Добрый день, дамы и господа. В этом уроке мы поговорим о наиболее благоприятном для торговли времени и о том, когда стоит воздержаться от каких-либо действий, от сделок. Когда же работает рынок Форекс? Дело в том, что валютный рынок работает 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. Но это вовсе не значит, что вам нужно торговать 24 часа, постоянно что-то проверять, заглядывать и так далее. Так как существует большое количество часовых поясов, и, соответственно, в разных странах в одно и то же время часы показывают разное время суток, а менять валюту нужно всем и постоянно, то поэтому валютный рынок работает круглосуточно, чтобы в любой стране мира всегда была возможность поменять валюту. Технически, торги на рынке Форекс начинаются в воскресенье утром в Тель-Авиве и продолжаются до обеда в пятницу в Нью-Йорке. Однако тель-авивская сессия настолько мала, что ее обычно игнорируют, и настоящие торги начинаются в понедельник утром в Новой Зеландии. Хотя торговый день и начинается в Веллингтоне в Новой Зеландии, там открывается первый трейдинг-центр, но это очень небольшая площадка, и обороты торговые там очень и очень небольшие. Торги начинаются именно реально активизироваться с открытием Сиднея и Токио. Поэтому принято считать, принято выделять 4 торговых сессии: Сидней, Токио, Лондон и Нью-Йорк. Когда открывается трейдинг-центр в Лондоне, то начинаются самые активные, как правило, действия, самые активные движения на рынке, так как это площадка с самыми большими оборотами. Когда Лондон отправляется на обед, к торгам подключается Нью-Йорк, второй по объему сделок торговый центр. Самые большие объемы сделок проходят в период, когда две торговых сессии как бы накладываются друг на друга, когда Лондон и Нью-Йорк торгуются одновременно, когда Нью-Йорк уже открылся, а Лондон еще не закрылся. Самый вялый, самый слабый по движениям период приходится на то время, когда Нью-Йорк закрывается и открывается Веллингтон Новой Зеландии. То есть примерно за час до закрытия Нью-Йорка и час после закрытия Нью-Йорка наблюдается, как правило, очень и очень вялый период активности на рынке. Как узнать, в какое время проходят эти самые торговые сессии по отношению к вашему времени, по отношению к времени, которое на вашем компьютере, которое там, где вы проживаете? Так как в России постоянно то переводят часы, то отменяют перевод часов. Правительство само не знает, чего оно хочет. И, возможно, когда вы будете смотреть это дело, вступит какой-то очередной закон в силу. Да и, я уверен, эти видео смотрят и люди из других стран, люди с другими часовыми поясами, русскоговорящие. Поэтому, для того, чтобы всем было удобно и все понятно, заходите на сайт forexmarkethours.com. И здесь видите вот такую вот табличку. Выбираете ваш часовой пояс, там, где вы живете, допустим, Москва. Выбрали и нажимаете кнопочку Go. Страница перезагрузится. В зеленом прямоугольничке должно высветиться время, которое у вас сейчас на компьютере, которое там, где вы живете. Если это время не совпадает с вашим временем, значит, вы что-то выбрали неправильно. Либо вступили в силу какие-то очередные законопоправки, и на сайте это еще не успели учесть. Поэтому просто выберите какой-то другой часовой пояс. Главное, чтобы время вот в этом зеленом прямоугольничке совпадало с вашим временем, с временем вашего часового пояса, чтобы вам все было понятно. И далее вы можете видеть вот такими вот прямоугольничками отмечены торговые сессии: Лондон, Нью-Йорк, Сидней и Токио. Ну а вверху часы. Я думаю, тут все уже прекрасно ясно и понятно, с какого часа по какой продолжается каждая сессия. Когда они накладываются друг на друга, все это ясно и четко видно. Так какое же время лучше всего торговать? Если вы торгуете на дневных графиках, то, соответственно, торговые сессии вас особенно интересовать не должны. Вы просто открываете и закрываете сделки после закрытия дневной свечи. Также можно не обращать особого внимания на сессии при торговле на 4-часовом таймфрейме.
А вот если вы торгуете внутри дня на таймфреймах от часовых и ниже, то есть если вы торгуете на графике с таймфреймом 1 час, М30, 15 минут или 5 минут или еще какой-то таймфрейм меньше часа, то в этом случае вам стоит обращать внимание на торговые сессии. Как правило, внутри дня торговля ведется с открытия Лондона и первые несколько часов, 2-3 часа американской сессии, нью-йоркской сессии. После этого внутридневные трейдеры, как правило, стараются свои позиции закрыть и забыть о торговле до следующего дня. Отдельные позиции можно держать до закрытия нью-йоркской сессии, но активную торговлю спустя часа 2-3 после открытия Нью-Йорка стоит уже прекратить. Открывать какие-то позиции после закрытия нью-йоркской сессии до открытия Лондона не стоит. Я вам этого делать не советую, так как в это время рынки не особо предсказуемые и есть шанс получить убытки. Это если вы торгуете на небольших таймфреймах. Если вы торгуете на дневных графиках или четырехчасовых, то можете открывать позиции без учета торговых сессий. На этом все. Спасибо за внимание.